Вот, хорошо. Справа будет нырять сейчас за край экрана Ганимед, спутник Юпитера. Ушел. За ним идет Европа, спутник. Тоже сейчас за правой стороной экрана спрячется Юпитер. И слева идет спутник Ио. Колесо тоже вообще не видно. Значит, 785 миллионов километров до Юпитера. Неожиданно удачно удалось настроиться на Юпитер. Да, и что у нас сегодня? У нас сегодня 2 мая 2021 год, Харьков, 4:59 по Киеву, Харьков. Съемки ведутся фотоаппаратом Nikon Coolpix 5000 на штативе. 125 крат оптического зума и 4 крата цифрового. Вот хорошо, как получилось попасть. ISO 125, выдержка 1:30. Диафрагма при таком зуме, конечно, максимально F8. Прекрасно, чудесно вижу полосы на Юпитере. Экваториальные. В предыдущем дубле был виден и 4-й спутник Каллисто. Я не знаю, на экране сейчас, на мониторе компьютера. Может и не будет видно спутников, но вокруг... Вяр, я наблюдаю их абсолютно, 100% достоверно. Чуть правее середины экрана сейчас идет Ганимед, крупнейший спутник из 4 галилеевых спутников. Дальше Европа, потом Юпитер. Экваториальные полосы просто классно видно. Пожалуй, даже никогда так видно классно не было. За тот год съемок, что я пытаюсь как-то с этим фотоаппаратом совладать. И слева спутник Ио, Каллисто уже не видно. Хорошо. Аж запыхался, как будто бежал. Так разволновался, ты представляешь? Отлично получилось. Так, ну Юпитер есть. Сатурн, конечно, уже не виден, в предыдущем дубле он был с него. Начинали. Пошли посмотрим на нашу раскрасавицу. Сейчас немножечко. Ты посмотри, мне даже не приходится менять угол наклона камеры, направление на одном с Юпитером уровне. Над горизонтом находится наша Селена. Выдержку пока не трогаю. Вот это при тех же настройках. Так выглядит наша горбатая луна. Термин новый, но, по-моему, вполне себе отображает, когда луна освещена чуть больше, чем наполовину. Сейчас это у нас вечерний терминатор, то есть луна убывает, и горбатость у нас, выпуклость вправо идет. Давай уменьшаем выдержку и смотрим разницу. 1:80 выдержка. Это, елки-палки, классно. И у нас просто сплошная облачность надвигается с запада. Я помню, что обещал снять восход на Пасху. Сейчас будем снимать, если там облачко не конденсируется. Да, сегодня Пасха, я человек неверующий, но с удовольствием сниму восход солнца людям, которые это просили сделать.
коли для вас это важно. Главное, чтобы погодка позволила. Так, играемся выдержкой, играемся резкостью. Автофокусировка тут не работает. Это. Ну, то есть она работает, конечно, но мне кажется, что даже мои кривые руки дают лучший эффект, чем спорадическая правильная автофокусировка. О, уже облака на востоке покраснели. Так у нас через 10 минут уже восход. О, вот машинки ездят, ты представляешь? Не спится ж людям. Тоже, наверное, луну поехали снимать. 100%. Не вижу иных поводов вставать посреди ночи и выдвигаться под окружным городом, кроме как съемки встающего солнца или заходящей луны. Да, коллеги на работе, конечно. По цеху коллеги активно крутили пальцем у виска на мои эти рассветные вставания и съемки перед сменой. Ну, перестали. Просто устали. Хорошо.